Бывший чемпион России по боксу Ханлар Азизов раскритиковал Магомеда Исмаилова и Марифа Пираева за поддержку лозунга «Русские вперед». Также он обвинил Максима Димнича и Мишу Маваши в сотрудничестве с правоохранительными органами, мол, они закрыли Ильяса Якубова. Послушайте. Эй, Субханал, я честно вот не понимаю наших братьев, которые ищут довольствие вот их. Субханал, вот на туре, вот насколько унижены жизнь. Нахуй искать довольствие вот этих людей. А? Для чего? Я не понимаю, вот клянусь. Я не понимаю. А? Они никогда не будут вами довольны, жесть. Никогда не будут вами довольны, субханаллах. Мага Исма меня удивил, да. Русский вперед кричит тоже. Русский вперед. Мариф там, мы все русские. Да вы будьте русскими, эй. Если вам так хочется быть русским, да, вы будьте. Но не обобщайте. Не обобщайте, ё-моё. Вот честно, я никогда в жизни своей не видел, чтобы какой-нибудь русский говорил, я дагестанец, я кабардинец, я чеченец. Я никогда не видел. Никогда не видел ни одного спортсмена. Наоборот, видел все по-другому. А наши, субханаллах, жесть, не знают, как уже, блин, я не знаю, лизнут, жесть, блин. А? Касаемо Кремлева, я тебе так скажу. Вроде боксерчики звонили Дивничу тот же день и говорили ему, где ты находишься, скажи свое местоположение, мы приедем, пообщаемся с тобой. А что он сказал, твой Дивнич? А? С вами будет общаться мой адвокат. Да? Касаемо Якубова, через подачи этих шакалов Якубов теперь сейчас сидит в данный момент. За счет подачи этих шакалов. И у тебя не получится переубедить тут находящихся, что твой Дивнич и Маваши, что не стукачи и не сучки жесть. Понимаешь? Они сучки, которым пока, скажем, приплачивают, чтобы они работали. Так что, дружок, давай. Максим Димнич ответил Азизу, назвав его расистом. То же самое сделал и Миша Маваши. Теперь ждем ответа от Магомеда Исмаилова. Как только ответит, я сразу закину к себе в телеграм-канал. Ссылка на мою телегу в описании под этим видео.